Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Фабрики Карнавала, и сегодня на нашей фотозоне огромнейшая сумка. Хотите узнать, что же там внутри? Смотрите дальше и обязательно увидите, что же здесь находится, комплектация данной ростовой куклы и как она выглядит в живом человеке. Вы только посмотрите на этого щелкунчика, какой он высокий и большой. И сейчас мы вам немножко расскажем про комплектацию данного костюма. Щелкунчик состоит из изолонового каркаса. Также в комплектацию входит одна пара лосин для аниматора белого цвета. Также в комплектацию щелкунчика входит одна пара рук. Вот так они выглядят. Также обтянуты яркой, красивой бархатной тканью. И также в комплектацию входят два черных сапога, которые сделаны также из крылонов, обтянутые ватной, мягкой, приятной тканью на подошве. Вы только посмотрите на детали, которые сделали наши художники. Обратите внимание на раскрас глазок у нашего щелкунчика, на бровки, также на волосы, на красивые кудри нашего щелкунчика, на зубы. И на мелкие, маленькие, красивые декорированные кружочки вокруг костюма у щелкунчика. Какой он прекрасный, какой он яркий и эффектный. Очень часто подобные ростовые куклы заказывают для сцен. Он очень эффектно будет смотреться издалека для различных спектаклей и театров. Настало время, чтобы примерить данную ростовую куклу. Пошли с нами и обязательно увидите, как правильно надевать ее и в целом, как она выглядит на живом человеке. Поехали! Поехали!